21-й межрегиональной выставке «Регионы. Сотрудничество без границ» произошло значимое событие для Чувашского отделения Сбербанка России и строительной компании ТУС. Они подписали между собой соглашение о намерениях, которое предполагает расширение и укрепление сотрудничества в интересах экономического и социального развития города Чебоксары и всей Чувашской республики. Сегодня мы подписали соглашение о намерениях с нашим крупным и давним партнером компании ТУС. Соглашение распространяется на сферу жилищного строительства и ипотечного кредитования. Мы рады тому, что группа компаний ТУС не останавливается на достигнутом. У нас уже было более 8 проектов с ними реализовано. Поэтому вот новые проекты, я считаю, они будут построены, как и прежде, в очень хорошем качестве и в нужные сроки. Мы аккредитовываем все их объекты и тем самым гарантируем населению в том, что этот застройщик точно не подведет. Мы партнеры и не собираемся менять партнеров. А у нас планы большие. Вот строительство микрорайона «Университетский 2», там нам предстоит порядка еще 250 тысяч квадратных метров жилья. И много соцкульбыта, школа большая, детские садики, спортивный комплекс, ледовый дворец, плавательный бассейн. Чтобы начинать строить всегда без поддержки, у нас ничего не получается. И поэтому Сбербанк для нас главный партнер в осуществлении всех наших, не только мечты, но и всех наших проектов. Посетить стенд одного из самых востребованных банков России Сбербанка вы можете до 22 июня с 10 утра до 19 вечера в рамках выставки «Регионы. Сотрудничество без границ».